Ну а сейчас о том, каким 2016 год стал для Чебоксар. Итоги подводили на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Женились на 25% меньше, разводились на 7% больше. В Чебоксарах 2016 как год высокосный оправдал свою дурную славу, что, впрочем, не помешало приросту населения. Фактически, на 1 января 2017 года население города Чебоксары превысило 500 тысяч человек. Данные уже переданы Чувашстату, и после прохождения всех формальностей и процедур в течение месяца будут подтверждены официально. Говоря языком урбанистов, отныне Чебоксары – крупнейший город. Растут и экономические показатели. Индекс объема отгруженных товаров собственного производства по городу составил 100,8% к предыдущему периоду. Объем экспортных товаров вырос на 40%. Реализация достигла уровня 2,5 миллиарда рублей. Что касается самого города, то в 2016-м продолжалась реконструкция Московского моста, началась работа по благоустройству набережной Волги, воплощаются в жизни и другие проекты, которые должны сделать жизнь в столице комфортнее. В столице Чуваши началась реализация федерального проекта «Наш двор. Городская среда». На многочисленных встречах горожане сами говорили, чего не хватает для повышения комфортности проживания. Где-то новых детских и спортивных площадок, где-то дополнительных парковок, где-то освещение, мест выгула домашних питомцев. В каждом районе города прошли обсуждения программы благоустройства с участием депутатов, архитекторов, дизайнеров, активистов. Кроме того, впервые за много лет в городе построили школу в одном из новых микрорайонов. Занятия там начнутся уже в этом сентябре. Это про достижения. Теперь о проблемах, они старые. Это долги по зарплате и аренде имущества предприятия и ситуация с переселением из аварийного жилья. Что касается последнего, то здесь налицо некий денежный дисбаланс. Дело в том, что нередко городу приходится предоставлять переселенцам жилье больше площади, чем было. Города денег не хватает, республике помогите, только разница квадратных метров, насколько я полагаю, и вы в докладе сказали, 75 миллионов рублей составляет. Здесь почему мы на это все идем? Нас никто не заставляет делать лишние подарки. А новое жилье такой площади построить невозможно. Например, мы переселяем с 13, с 15, с 17 квадратных метров. Минимальная площадь квартиры должна быть сегодня не менее 23 квадратных метров. Найти выход из этого замкнутого круга придется. Теперь это не проблема 2016-го, а задача 2017 года. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.